Всем приветик, доброе утро. Солнышко вышло у нас. Вообще-то сегодня у нас пасмурно, даже утром был туман. Но солнышко пробивается через тучки. Начинаю снимать наш влог. Детки, как всегда, в школе, в садике, кстати. Следующая неделя у них последняя. И будут каникулы осенние. Получается, у них каникулы с 4 октября по 18 октября. Хотела сразу вас предупредить, что неделю не будут выходить влоги. Начиная с пятницы, я так думаю, может быть, последний влог выйдет в четверг. И потом влогов не будет целую неделю, потому что я уезжаю, я улетаю за бабушкой. И меня не будет 6 дней. Прилечу, смонтирую видео, поснимаю вам немножко там, с бабулей, как я туда прилечу, как мы будем собираться и как прилетим обратно сюда. Вот, так что не теряйте неделю, не будет опять влогов. Папа наш остается с детками и также будет приходить вторая бабушка. Так что вот такие вот дела, ребят. Пока она приезжает на 3 месяца, а там будет видно, как пойдет лечение. Пока точно мы не знаем. Поэтому мы и затеяли всю эту перестановку. Время уже 10 часов. Ничего не делаю, а мне нужно готовить уже обед. Я вчера, кстати, пекла пирожок из замороженной голубики. Вот такой вот пирог получился. В общем, бисквит обыкновенный и ягодка сверху. Белье уже висит 2 дня. Ну, некому собрать. Перед отъездом все перестирать, все сделать. И вот эти вот вещи, которые здесь лежат, это все нужно в подвал убрать. Они, в принципе, ими сейчас не пользуются. Все это нужно убрать. Привет! Привет! Приятного аппетита! Ксения! Да. Вырубайся! Кушать! Что будет в салатик? Огурчики, помидорчики и лук. А, уже Бонни. Убрали, Бонни сидела. Майя, зачем ты убрал? Она всегда... Бонни? Это для нее стульчик, ну пусть сидит. Бонни! Она же тоже наша семья. Мы съели Бонни. Варта! Умничка. Она сразу занимает стульчик. Так, сегодня у нас все в школу уходят в обед на велике. Да. А что ты утром не поехала? А с кем ты утром на автобусе поехала? В общем, сейчас мы отправим всех в школу. И поеду я закупаться. Мне нужно купить кое-какие подарки с собой. Мне нужно купить шоколадки. Как же приехать без швейцарского шоколада? Обязательно возьму шоколадки. Какие шоколад? Какие? Услышала. Где? Шоколад. Не тебе шоколад, я повезу шоколад бабушке. У тебя шоколада достаточно, я бабушке шоколад повезу. Вот, нужно купить шоколадки, еще там по мелочам. И уже собирать потихоньку чемодан. Такие дела. С подружкой она там общается. Вы давно не виделись, что ли? Вы только приехали вместе. Деловая. Ксюнчик попрыгунчик. Поехала Ксюша с нами, потому что у нее сегодня школа в 3 часа. Маргарита тоже на подружке. Да, у Маргариты тоже в 3 часа, но она пошла к подружке. И потом они от нее поедут в школу. Сейчас прицепится. Она не цепляется? Сентябрь месяц, а уже новогодние эти штучки разные. Смотрите, мишура. С Новым годом! Ксюша. Да, как это знать, что хороший он или нехороший? Марка. А марка эту какая? Марку я вообще не знаю. Знаешь? Сколько они стоят? По цене тоже можно посмотреть. Должно стоить выше 100. Тут уже покатались. Угу. 20, 30. Это нехорошие. Дешевые они нехорошие. Мы уже взяли дешевый, убедились. Что-то у тебя тут измазано. Мне нужен чемодан только для ручной клади. Вот такой вот. Маленький. Да? Ага. Я бы наклейками обклеила. Все. Мама, давай мы купим такой, ты меня засунешь и поедем. Ой, они одинаковые точно. Легкий, сколько он весит? 50 франков. Мне то, что нравится, что вот так вот можно вести. Идем за шоколадками. Шли мы до шоколадок, и мне нужны именно швейцарские. Тут всякие разные есть. Это новые, не знаю. Давай возьмем. Возьми. Какой-то блогер это, да? Ну, это брат, это рэпер. Печенье.
печенье нам не надо, нам мама, нужны шоколадки. Вот так, все, закупились. Вкус Бали. Вкус Бали, ну давай попробуем, какой у нас там вкус Бали. Что-то не очень, да? Не в восторге. Ну, дай мне попробовать вкус Бали. Что? Это что означает твое лицо? Вкусно или невкусно? Кислый, сладкий, еще и ваниль. А мы пробовали гранат, арбуз, лимон. И все. Нет, не лимон мы не пробуем, персик. А, не пробовали. Персик, да, персик. Лимон мы не пробовали. Приехали мы в магазин игрушек. Меня покупать никому! Да, конечно! Подарочки сейчас куплю своим крестникам и домой поеду. Так, мне нужно выбрать шарики лол. Не знаю, какие. У нас тут их очень много. Вот это, вот это, вот есть, это. Есть маленькие, есть питомцы, есть. Они цвета меняют, кстати. Шо вот это? Эти. Они все цвета меняют. Мне нравится вот эта серия. Вот питомцы. Смотри, что это? Не знаю, тоже питомцы какие-то, кассеты. Смотри, вот это питомец. Смотри, вот какой большой такой шар. А вот это бейбик. Большой шар. Какие выбрать? Такие вот. Добрались мы. Сейчас буду. Давай откроем. Разбирать. Нет, это не тебе. Знаешь, как много шоколада купила. Да, когда бабушка к нам приезжала один раз, она, по-моему, только один чемодан шоколада увезла. В общем, взяла я вот такие вот большие. Смотри, что она делает. Тоблерон. Здесь три штуки. Это темный шоколад, а это, я так понимаю, светлый шоколад. Здесь тоже три штуки большие. Они тяжелые. Сколько здесь килограмм? По-моему, уже килограмм. Это новая какая-то шоколадка. Вот тоже швейцарский шоколад. И тут еще опа. Здесь тоже. Здесь, по-моему, сколько штук? Это мой любимый шоколад. 3, 6, 8 штук. Здесь разные 8 штук. И вот это, да, новое. Тут тоже шоколад. Кранчи. Он хрустит. Угу. Так, еще вот такую вот одну. Мам, все? Давай, я одну себе оставлю. Ага. А ты новую? Нет. И чемодан я взяла. Вот такой вот тряпочный. А зачем? Потому что там были другие, они пластиковые. Так как я буду этот чемодан сдавать в багаж, я не буду с собой вручную брать. Так мало места. В общем, я побоялась, что мне его поломают, потому что пластик, как они там чемоданы кидают, в общем, этот чемодан может разлететься на кусочки, на мелкие. Поэтому я взяла вот такой вот мягкий. Шоколад. Он уж точно не поломается. Но ломаться только могут колеса, если они будут кидать. Ну, шоколадки могут поломаться. Например, нет, ну я же туда одежду еще положу. Вот это так. Я одежду. И но он все. Же нет, он же крепкий, видишь, у него корпус. Это тоже мы отправим. Я туда еще одежду свою положу, и все. И она будет мягкая. А это тоже бабушки? Да, это тоже бабушки, чтобы унитаз помыть. 4 колесика, здесь даже не 4, а 8. Вот здесь вот. По 2 колеса. На каждом. Вау! И это очень удобно. Надеюсь, мне их не поломают. Вот, он может ехать так. И может, можно наклонить и так. Вот. Ручка. Все работает. Мама, давай откроем. Чего откроем? Хватит уже, Ксюш. Ксюнь, беги. Пока. До 5. Ох, ва. Угу. Давай, пока. Поехали за Каролиной. Хотел пойти в гости к подружке. Но нужно сначала спросить родителей, а то вдруг они куда-то собираются уехать. Такую подделку сделали. Это гусеничка. Вот так вот она шевелится. Ой, она отклеилась, Макс. А, нет. Вот так вот. Да у вас тема гусениц, что ли, не пойму? Да. Здесь ты ту? Потом гусеница. Да. Сначала яйца, гусеница. Угу. Потом кокон. Кокон. И бабочка. И бабочка. Да. Как дела? Хорошо. Хорошо? Отучилась? Да. Молодец. Что делали? Домашку задали? Да. Да? Это хорошо. Но я не понимаю. Ты не понимаешь? Но мы тебе поможем. Не понимаю. Папа тебе поможет, объяснит? Я не думаю, что папа пойдет. Ну как это папа? Папа знает. Папа же учился в школе, конечно. Кушать опять хотим? Да. Вы так много кушаете, а? Давай тебе брокколи свою будешь?
брокколи будешь кушать, правда? Это же рис. Просто брокколи? Нет, рис. С рисом? Брокколи с рисом? Ну давай, делаем брокколи с рисом. Вот новый пакетик. Хороший вот этот рис. Называется жасмин. Био. Жасмин рис. Очень вкусный. Я буду мою комнату убирать. Ты комнату будешь убирать? Там чистенько, скорее всего. У тебя приступ Золушки, что ли? Ребенок хочет убирать везде и все. Нет, не убрано. А, ну да, немножко валяется. Обувь у Каролины валяется. Вон там одежда валяется. Ну, убирай. Не хочу больше. Не хочешь больше? Ты уже не маленькая. А что значит маленькая? Я тоже? Я маленькая, что ли? Я люблю брокколи. Ничего. Это не значит то, что я маленькая. А почему пустую бутылку? Вот зачем пустую бутылку в холодильник ложить? Это не я. А кто? Вот она пустая, она лежит в холодильнике, что она место занимает, я понять не могу. Вот я очень часто натыкаюсь на такое, что я не знаю, кто это делает, но вот, допустим, едят колбасу, последний кусочек съедят, и вот эту вот упаковку пластиковую в холодильник, вот мусорка, вот она, вот он холодильник, и вот мусорка, вот трудно открыть и выбросить. Это, наверное, Каролина делает? Нет, это не я. Ты йогурт хочешь? Где папа? Не знаю, где папа. Ищи. Смотри, мама, иди сюда. Давай, что? Ну, что ты хочешь? Ну, стою, смотрю. Что? Ты кувыркаться будешь сейчас? Тихо, 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 тихо. Тихо! И что, ты хочешь что-то покупать? Белое или черное? Белое или черное? Белое или черное? У Маргариты в пятницу, как это называется, вечеринка или что это? В общем, в школе они будут собираться, там шестые, седьмые классы. Марго, ты можешь Blackpink. И у них называется вечеринка черно-белая, да? Туда не обязательно идти. Не обязательно идти? Нет. В общем, нужно прийти либо в черном, либо в белом, да? Да. Мы ходим, все еще путаем комнаты наши, как Маргарита вчера. В мою комнату зашла по ошибке. Разбежалась еще такая, залетает в нее. Пока еще путаем комнаты. Так, хомячков покормила? Мы пока не можем купить второй домик для Рики, потому что нам ставить некуда, да. Мы не знаем просто, куда будем ставить, если мы купим еще один. Кити еще старая, она уже старая. А ты ждешь, когда она умрет, и тогда будет у него большой дом. Просто Кики у нас уже как бы... Ну, конечно, хотим, чтобы она как можно дольше пожила, но это невозможно просто. Хомяки сколько? 3-4 года живут. Она вот у нас уже 4-й год живет. И если она умрет, у нас просто будет 2 домика. Это значит, покупай еще одного. Хомяка еще. Хомяка, да. Ну, в общем, пока пусть так будет. Мы потом купим большое колесо. Потому что это колесо ему маленькое. Тебе во сколько? Рано. Маргарите нормально. Завтра я поеду делать ПЦР-тест, потому что без этого ПЦР-тест, это мне будут палочку сувать в нос глубоко-глубоко. Очень сильно. Я буду лететь через Турцию. В Турции нужно показать ПЦР-тест, и плюс там еще в Кыргызстане, в Бишкеке нужно показать тоже тест. ПЦР-тест. Поэтому завтра я пойду делать, и в четверг будет готов результат. Малышка. Мы смотрели, да, недавно фотографии. Она, оказывается, серенькая у нас, да, была. Да, она была серая. У нее спинка была серая, а полосочка у нее была сверху такая. И она вообще как бы серенькая была. Она белая теперь. Вообще, да, я посидела. Хочет, Бонни, что ты хочешь? Водичку, скорее всего. Пойдем. Она, когда у нее нет водички, она приносит свою тоже чашку. И кушать тоже. Она приносит свою чашку и вот просит, чтобы... Да, очень низко. Да, пить она хочет. Маленькая. Сушничок. Бонь. Смотри, как высохла. Она сегодня так много утром кушала. Она просто без остановки грызла свой корм. Обычно она у нас как кушает? Возьмет там, не знаю, 2-3 штучки, да, и уходит. А сегодня она прям над чашкой стояла утром рано и грызла, и грызла. Я прям думаю, ничего себе. Будто она, не знаю, неделю не писала. Пойдем в комнату к тебе. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Отнесу.
А, вот, говорю же, она уже съела. Мама, уже корма нет. Она все съела, нет, смотри. Так, и на сегодня все. Заканчиваем наш влог. Всем спокойной ночи. Все, пока, ребятки. До завтра. Завтра, думаю, буду снимать тоже влог. Вот эти вот, пока я еще не улетела, постараюсь влог снимать каждый день. Всем пока, спокойной ночи.